преддверии самого долгожданного праздника Нового года депутаты Законодательного собрания Тверской области исполняют детские мечты. Стартовавшая в стенах областного парламента благотворительная акция «Елка желаний» набирает обороты. И ребята, написавшие свои пожелания, уже получают подарки. Подробности у нашего корреспондента. Депутаты партии «Единая Россия» второй раз принимают участие во всероссийской акции «Елка желаний». В этом году праздничное дерево украсили новогодними шарами, куда вложили записки детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных и нуждающихся семей с пожеланиями и новогодними мечтами. Пятилетний Саша загадал получить на Новый год машинку на радиоуправлении. Исполнить его мечту взялся депутат Дмитрий Гуменюк. Я, как депутат законодательного собрания, по просьбе Деда Мороза тебе вручаю два подарка. Первый – это вот этот вот. Как тебе? Ты эту заказывал или другую? Да, эту. А что ты не принял-то? Ты возьми, возьми вот, осознай. Держи. Смотри, какая красивая машина. Смотри, ты знаешь, где горка ближайшая, нет? Да, у нас в Первомайском большие горки. Бери двумя руками. Будешь говорить? Саш, спасибо. Давай, я тебе желаю здоровья, новогоднего настроения, больше улыбаться. Вместе с радиоуправляемой машинкой Дед Мороз передал мальчику и санки. Саша пообещал каждый день ходить с бабушкой на горку. В семье Карасевых пятеро детей. Коля и Вова уже школьники. Саша и Марина ходят в детский сад, а младшая Настя пока дома с мамой. Все пятеро проявили редкое единодушие и загадали, чтобы зимний волшебник подарил им конструктор Лего. Желание ребят сбылось. Заместитель председателя законодательного собрания Александр Клиновский лично вручил каждому из братьев и сестер по конструктору. Потом фотографию мне придется, я собрал. Хорошо? Давай. В зимние каникулы теперь точно будет чем заняться, радуются ребята. Всей семьей будут пить чай с конфетами и собирать лего. Собирать будете вместе или каждый свой? Пока что вместе, а потом один Вручать подарки семье Добринских пришли лично Дед Мороз и Снегурочка. Старшей Софье уже 17, младшему Гордею 1,5 месяца. Средние 5-летние тройняшки Милания, Таисия и Демид. На Новый год девочки загадали получить кукольные домики. Мальчик – конструктор Лего. Депутаты Лилия Корниенко и Максим Сульман исполнили мечты ребят. Вкусным дополнением к загаданным желаниям стали торты и сладкие наборы. Дарить подарки – это всегда приятно, а тем более в преддверии Нового года – года тигра, и прийти в такую великолепную семью, многодетная, красивая. Мы с елочкой срезали вот эти желания детей. Это тоже мы немножечко, чуть-чуть оказались детьми на этот момент. В этом году в рамках акции «Елка желаний» депутаты областного парламента исполнят пожелания более 20 детей из разных уголков Тверской области. И эти ребята теперь точно будут знать, мечты сбываются.